Иван. Сделали выводы по прошлой игре. Играли очень строго в обороне. Выполняли установку тренера и, в принципе, пришло нам результат. Иван, вот момент такой был очень понятный. Почему, что случилось в конце третьего периода, когда что-то там было связано с лазерной указкой? Ну, светили вратарю в глаза, когда бросали от синей линии. Вратаря слепит, так нечестно играть. И мы просили судей, чтобы объявили, чтобы не светили. А что говорил Игорь Владимирович перед матчем? Какие изменения сделал по сравнению с прошлой игрой? Просто сказал, что мы должны делать то, что делали первые две игры дома. И, в принципе, мы это делали. Играли очень строго в обороне и выиграли.